هي الماكينة هي عبارة عن ماكينة إنتاج ماء من الهواء، بتنتج في اليوم تقريباً في أجواء غزة المتوسطة في حدود 4000 لتر، ممكن تنتج 5000 أو 3000. لأنه المية اللي بتيجي من البلدية مية مالحة لا تصلح للشرب إلا لمواد الغسيل والتنظيف والاستحمام، لهيك إحنا بنشتري المية عشان المادة أساسية بنقدرش نستغنى عنها. نحن لياب شو إيست очень серьезная проблема с питьевой водой в Газе. Мы сразу приняли решение, я попросил своей команды разузнать, как это возможно поставить им наше оборудование, чтобы помочь, потому что... Посмотреть и видеть газы невозможно, к сожалению, но почувствовать возможно, и это почувствовал. И это важно, вот это, как я уже говорил, что вот это чувство, насколько это важно, насколько они ценят, я не знаю, кто они, да, в галстуках, в костюмах, но не важно, но они все это, видно, что были восхищены. Главное, они поняли, что это чудо, это не от меня, не твоя заслуга или ваша заслуга, это все от Бога. Понимаете, что вода из воздуха, они поняли, что то, что Бог дает, нельзя отказываться. Там же тоже верующие люди.